Всем привет, это канал Туманов Плей, с вами Владимир, и мы играем в игру God of War. Третья часть, ребята, идем и проходим. Это приключение Кратоса очень затянулось. Вот он, Гефест, наш друган, к сожалению, все погиб, потому что мы с ним не нашли общий язык, ребята. Он хоть и сделал нам оружие новое, но получилось так, что мы теперь уже не друзья. Так, куда идти? Кольцо Гефеста, сокровище Гефеста. Пройдите игру, чтобы воспользоваться этим предметом. Заберем. Итак. А почему не ныряет? Я раньше нырял сюда. Ну-ка, нырни. Так, что-то не то. А что надо сделать? Ну-ка. Подожди. Ну-ка, к Гефесту, может быть, подойти? Ой, куда ты? Не туда. Так, спускаемся. Может быть, надо обратно выйти? Ну-ка, давай попробуем. Ярость Немезиды. Ударьте противника и всех находящихся рядом противников вспышкой энергии. Вечный Немезиды теперь твой, Кратос. Его отведает всякий, кто встанет на твоем пути. Бабах! Ну, давай, подходи, будем Немезида бить вас. Ничего себе серия приемов, смотри. Это что, это все я натворил или что? Почему-то их не пускают вон. Щит какой-то образовался. Не, ну мы идем-то правильно уже. Я думаю, что именно сюда надо идти. Что это было? R1, ну-ка. Похоже, что прислужники Олимпа умирают от неизвестной болезни. А что делать? Верхние сады. Слушай, ну... Я-то был здесь, но а что поменялось-то? Может быть, что-то мы сможем с этим кольцом сделать, а? Мы же кольцо получили, Гефеста. Вот здесь крутилось, получается, в одну сторону, и вон тот не работает справа. Мост. Вот этот. Ну-ка попробуем прыгнуть сейчас сюда. Может, уже что-то и заработает. Вот здесь, может, кольцо какое вставить, а? Стоп. Вон она чуть... Она стреляет, это Немезида-то. А, куда ты улетел-то, блин? Давай еще раз. Не, я пока не понимаю, куда. Лети, лети, лети. Главное не падать. А-а-а, вот оно все, зарядил, да? Или нет? Ну-ка еще раз. Подожди, вон там пальнуть. Глаза что-то светятся. Что делать-то, рычага нету здесь. Как задействовать? Чё я, а что я сделал-то? Оно само заработало. Прикинь. Ну-ка. Не, ну я главное прошел. Мы сюда не доходили никогда. Давай еще раз пробуем. Это что? Жизни заберем. Здесь мы точно не были, потому что через мосты эти я не мог пропрыгать. Ладно, Кратос, давай, давай, давай. Это твой выход. Все получится. Новая загадка, новая головоломка. Не знаю, куда пришли. Короче, какое-то помещение. И куча сундуков. Давай разбираться.
Запись в дневнике, задание от самих богов. Это будет моя величайшая работа. Как будто бы один кубик оторвали, да, от общего этого состояния. И что надо сделать? За то, что я построю для Зевса механизм защиты его самой большой ценности, он обещал вернуть то, что ценнее всего для меня. Моего любимого сына Икара. Дедал, день первый. Так, ладно, Зевс наобещался там, а нам расхлебывать. Что здесь сделать-то надо? В какие-то зеркала или что? Или это портал? Давай пробуем. Так. В один вошел, в другой вылез. Давай дособираем то, что здесь валяется, и посмотрим, может быть, из этого что-то... Ну-ка еще. Запись в дневнике. Удача! Сочетая пламя с даром Борея, я смог получить новую энергию потрясающей мощи. Музы ведут мою руку, а желание вновь увидеть Икара придает мне сил. Но мне придется немного помедлить. Боли и муки, которые породит мое творение. Я содрогаюсь при одной мысли об этом. Молюсь, чтобы ни один глупец не посмел отобрать у Зевса то, что принадлежит ему. Кажется, я снова создал то, что лучше бы никогда не использовать. Это понимание часто приходит слишком поздно. Дедал, день 1026. Так, в общем, его творения здесь отражены в его рукописях. Давай посмотрим, что еще он пишет. Запись в дневнике. Сегодня я спрятал сокровище Зевса в самом сердце лабиринта. Мне кажется, что это неправильно. Приносить в жертву одно дитя, чтобы спасти другое. Но я сделаю все, чтобы получить обещанное Зевсом. Не сердись на меня, Икар. Слишком многое поставлено на карту. Пусть о морали рассуждают философы и изобретатели должны изобретать. Дедал, день 4434. Офигеть, это больше, ну, около 15 лет. Вот это да, ребята, вот это загадка. Не знаю я, в чем премудрость. Давай попробуем. На воротах печать Зевса. Это он 15 лет, короче, сочинял вот эту штуку всю. Запись в дневнике. Мой мальчик, лабиринт почти завершен. Почему ты все еще не пришел ко мне? Мы полетим вместе. Полагаю, что восходящие потоки, естественным образом возникающие вдоль цепи, позволят. Зевс вызывает меня. Я должен посмотреть, как идет работа. Дедал. День 4603. Ладно. Давай еще глянем. Мне кажется, еще будет. А что с этими порталами? Ну, допустим, тот ничего не... Выстрел из баллисты, чтобы приготовиться. Встаньте за баллисты и удерживайте R1. Давай попробуем стрельнуть. Что надо сделать? А, за баллисты встали. Удерживаем R1. Ага. Я стрельнул, но ничего не поменялось нифига. Подожди, вращение баллисты. Ну да. Вращение баллисты. Давай попробуем вращать. Куда я... Я понял. Смотри, надо, получается, стрельнуть через эти порталы. Сейчас стрела вылетит с одного... С одной стороны она должна вылететь. Бам. Сюда стрельнула, туда попала. Здесь. Куда? Вы можете влезть по веревке, заброшенной выстрелом. Ага. Как? Как мне попасть теперь на... вон она вылезла, прикинь. Мы просто по ней лезем, и все. Сейчас вылезем с другой стороны, вон, в следующем портале. Ну, интересно, давай дальше. А как сундук взять? А, подожди, стоп. Ну мы пришли, но тут... Здесь тупик. Так, ладно. Опыт возьмем сейчас. А как по-другому можно стрельнуть? Я что-то пока не соображу.
Давай развернем баллисту, может, другое место куда-нибудь стрельнем. Погоди, погоди, не надо стрелять, разверни. А по-другому, наверное, и не получится. Ну-ка, в эту сторону давай стрельнем. Да не, это ничего. А как тогда? Давай еще вот подойдем, посмотрим, что здесь. Печать Зевса, что сделать-то? Давай осмотримся, может, что-то пропустил я, кто его знает. Подожди, это читали? А, вот решетка, ребята. Вон еще один портал. Так, включаем сапоги. Побежали. Да не туда, блин. Надо наверх как-то запрыгнуть туда. Нет, не так. А как? А, вот рычаг. Вот, баллиста поднялась. Смотри, если мы сейчас стрельнем с нее. Мы сейчас с нее стрельнем, уже по-другому веревка будет-то. Давай развернем. Ну-ка, если сюда. Может, и попадем сейчас, а? Давай, стреляй. Да стреляй, чё ты. Чуть-чуть. А, вот, зарядил. Попали. Смотри, портал открылся вниз, что-то там. Давай еще раз стрельнем, смотри. Куда? Так, ну мы сейчас, если проползем по ней, то смысла нет, наверху ничего вроде так. Да? А, или подожди. Давай попробуем. А мне хочется вниз все-таки спуститься. Ну-ка, слезь. Вот это что за веревка? Давай сходим туда вниз сначала. И что, где это я? О, сундуки надо забрать обязательно. Рог. Найден рог Минотавра. Это третий, кстати. Жертва улучшения предметов. А что можно улучшить? А, понял, вот это желтое у нас. Понял, понял, круто, нормально. Все. Ладно, давай пробежали, посмотрим, что здесь интересного есть. Ну-ка, давай руби, Кратос. Ты молодец. И где мы вылезли? Мы снизу, получается, вылезли, да? Вот эта статуя была с глазами. Только глаза светились. Кто там? Все больше и больше всяких головоломок становится. Ну-ка. Похоже, что прислужник Олимпа умирает от... А, ну да, это мы знаем это, что они от болезни-то умирают. Но как их излечить? Никто не знает. А, это жена Зевса. Тебя надо было убить во младенчестве. Но он отказался. Мой глупый муж пожалел тебя. И сколько же бед ты натворил? Посмотри. Посмотри. Они гибнут из-за тебя. Все,
Все гибнет из-за тебя. Солнце скрылось. Океан пожирает землю. Болезнь пожирает все живое. Я делаю все, что могу, чтобы спасти мир. А ты... Это ты со своим стремлением убить богов во всем виноват. Думаешь, сможешь выбраться из этого сада? Железные мускулы позволили тебе одолеть Геракла. Но твоему недалекому уму не под силу найти отсюда выход. Ты умрешь в этом саду глубоким стариком. К радости богов. Что-то поговорили, уползла куда-то. Короче, ладно, фиг с ней. Я что-то еще нашел. А, это бокал, который она выкинула. Возьмем себе кубок Геры, сокровище Геры. Пройдите игру, чтобы воспользоваться этим предметом. Далее побродим по этим лабиринтам, ребята, в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Поставьте лайк видео, подпишитесь на канал. И всем удачи, всем пока.